Вот раньше, говорят, не так воевали. Соберутся в поле и лупят друг друга, чем попадя. А города стояли. Нет, Захар Тарасович, городам тоже доставалось. И к Смоленску испокон веков рвались захватчики. Вот здесь почти 3 века тому назад отличился мещанин Белавин. Когда город осадили вражье полчище, народ кинулся в собор. Раньше ведь соборы крепостями были. И вот представьте, враги ворвались на соборный двор. И тогда Белавин этот решился взорвать пороховой погреб, который под собором был, чтобы не дать осквернить людей и город. Сам погиб, но и врагов легло немало. Потом собор заново отстроили. А ты откуда все знаешь? Я же историк, я вам говорил, в университете учился. Забыл. Так неужто вот так со всем народом и взорвал, а? И каменья от древних стен разлетелись, и звезды померкли, и к рассвету подала голос вещая птица див. Наверное, с крепким нутром был мужик, а? На Руси всегда между смертью и позором выбирали смерть. Да так-то оно так, Сашок. Только потом с головешки до топора начинать приходится.